Так, сейчас начнем. Сейчас ворота закрою только. Всем привет, кто со мной. Представляемся, у кого ники такие, которые непонятные. Пишем откуда и начинаем активно общаться на тему сегодняшнего эфира, на тему путешествий и тренировок. Друзья, я так думаю, ух ты, вот это да. Все проваливается. О, на обычной машиненке не проедешь. Сразу сам сядешь, вроется махом. Вот, надеюсь, все вы ведете на активный, значит, образ жизни, тренируетесь. Кто да? Я? Кто-нибудь еще? Чем занимаетесь? Пишите. Как раз обсудим эту тему. Не, ну я понимаю, конечно, там. И сейчас речь не на то шахматах пойдет. И не шашках, и не о картах, а о физических тренировках. Фишка-то в чем? В том, что. Так, тает ли у меня зеркало-то? Одно таяло. Второе что катает. Дело вот в чем. Люди едут на отдых. Какой-то долгий, ну, продолжительный период времени они работали, выкладывались, впахивали, зарабатывали денежку и так далее. И вот наступает долгожданная пора, когда человек, значит, ожидает отдыха, он его дождался отпуска своего, взял и собирается куда-то поехать отдохнуть. Ну, предположим, не на рыбалку, там, охоту, не куда-нибудь, на какую-нибудь охоту, ну, вот экстремальную там и все такое прочее, а на отдых вот в Турцию, например, в Египет, ну не знаю, в Таиланд, там, на Сейшел или еще куда-то. И как это обычно выглядит? Обычно ситуация развивается по сценариям по двум следующим. Сценарий номер один. Человек хочет выглядеть на отдыхе хорошо. Это нужно ему и для самоутверждения, для самого себя это хочется. Хочется для своей семьи, то есть для, не знаю, там, для подруги, для друга. Но, в общем, хочется приобрести какую-то форму, чтобы мир посмотреть, людей посмотреть и себя показать. И вот накануне, значит, наступает такая пора, когда надо подготовиться, привести себя в хорошую форму. Человек месяц корячит, худеет, а потом приезжает на отдых и говорит: в конце концов, я приехал на отдых. Я же на отдых приехал. Че я буду из кожи вон лезть? И начинается отрыв по полной, особенно если там all-inclusive турецкий какой-нибудь, как это было раньше-то вообще замечательно. И так далее. И все. И все, что нажито честным путем, видеокамера там, это пиджак замшевый 2, видеокамера 3 и так далее. В общем, короче говоря, все достижение формы сводится на нет и нет, все. Тренировки забыты, на все забито и все. Другой сценарий еще хуже. Человек вообще не занимается. Приезжает на отдых и там идет в отрыв такой, что потом даже не помнит, был ли у него отдых. А после такого отдыха ему еще нужен еще больше, скажем так, отдых.
чтобы отдохнуть от того разврата, который был на этом отдыхе. Вот. Я так полагаю, что те, кто выходит в эфир и смотрит сами меня, они не из этой категории лиц. Да, скорее всего, парни, не из этой же. Вот. Есть люди, которые едут на отдых для того, чтобы посвятить еще больше времени тренировкам и активному отдыху. Еще больше времени. То есть, вот, например, скажем так, вот я приведу себя в пример. Я еду, предположим, если в Тай, ну, на Пхукет, например, то я обязательно первым же делом, в первый же день иду в боксерский кемп, то есть в кемп тайского бокса, и покупаю себе там абонемент на все время на персональные тренировки, чтобы каждый день у меня была персональная тренировка. Ну, обычно за вычетом 1-2 дней, не более. Это на всякий случай, если вдруг мне придется тренировку заколоть по какой-то причине. Ну, либо там экскурсия какая-то запланирована будет, либо там еще что-то. Если надолго еду, то там 3 дня, может быть, там, предположим, еду на месяц. Значит, я беру на целый месяц минус 3 дня. Каждый день персональные тренировки. Вот таким вот образом, например, это дело выглядит. Кроме того, конечно, что это персональные тренировки по тайскому боксу, это обязательно с утра йога, групповые тренировки, пробежка, само собой, бассейн или плавание в море, вот, и постоянные экскурсии, лазание по горам, там и все желательно поменьше ездить, побольше ходить. Вот такая вот тема. И я вас уверяю, ну, в Тае, конечно, такой пример довольно тяжелый, потому что для новичка, кто туда поедет, довольно тяжело там в первые дни в плане температуры и очень быстро, почему такой нормальный. Вот. Но везде, если в теплые страны едем, то к температуре по-любому надо привыкать, потому что едем туда, где обычно теплее, чем, значит, у нас. Либо надо ехать куда-то в Эмираты в арабские и в какой-нибудь сезон такой, где когда не особо жарко. Вот, предположим, ездили в Китай зимой. Сейчас там температура была 24 градуса, 22 вообще нормально. Очень комфортно. Ну, до 28 поднималось, но это редко. Вот. Так вот, все время активность, активность, активность. И тогда я вас уверяю, вот такой отдых, во-первых, оставляет массу впечатлений. Особенно если вот экскурсий много, постоянно пехом ходить везде, ну, исследовать новые места. Да по многу ходить, кстати. Вот как-то в Париж мы ездили с супругой. Мы там каждый день проходили пешком по Парижу до 40 километров. Представляете? Откуда я это знаю? Очень просто. Я ставил на программе Рантастик тренировку по ходьбе. И она записывала трек, измеряет расстояние, сколько потрачено килокалорий и все такое прочее. Так вот, несмотря на то, что изыски высокой французской кулинарии были не чужды нам, особенно такие, как типа фуа-гра. А фуа-гра, представляете сами, это паштет жирный-жирный вообще, какой только можно, ну, представить. И прочие различные чизкейки вкусные, все не сказалось вообще абсолютно никак. Не прибавил там ни десятка грамм вообще. Абсолютно. Хотя ни в чем себе не отказывали. Вот такие пироги. Вот. Так вот я к тому говорю, что можно все, что все, чего добились перед как отпуском, в плане приобретения физической формы можно абсолютно легко сохранять, даже не отказывая себе в кухне вкусной. Ну, конечно, если в эксклюзиве и не жрать все подряд, что только можно, и не запивать всем, чем только нельзя. Вот. И все нормально будет, абсолютно. То есть вы все эти килокалории обязательно потратите. А учитывая тот факт, что вы в отпуске не живете по месяца два, по три, ну, хотя бывают такие, конечно, у кого-то отпуска, там уже другая тема, то ничего не случится страшного, как правило. Ну, если, конечно, не пережирать уж прямо чересчур. В любом случае, можно всегда посмотреть на гаджеты в какой-нибудь программе, которая подсчитывает калораж, сколько вам при таком активном образе жизни можно тратить, вернее, потреблять килокалорий.
Обычно при таком активном образе жизни можно смело накидывать где-то 1500 килокалорий в день. С плюсом сверху того, что у вас есть. Ну, обычно. И все. И 1500 килокалорий — это довольно прилично, поверьте мне. Это на вкусняшки хватит однозначно. Это к теме проекта корректура, да? Вот. Поэтому на отдыхе сам Бог велел все время заниматься какой-то активностью физической. Тем более, что можно всегда, а отпуск, ну, пускай даже у вас небольшой, предположим, 10 дней, это всегда способ освоить какие-то новые интересные навыки, на которые у вас не хватало времени, пока вы находились, в общем-то, дома. Понимаете? Можно попробовать какие-то вещи и понять, вам это нужно, не нужно. Ну, например, те же самые горные лыжи, чтобы понять, нужны вам они или нет, надо ли покупать их, надо ли покупать экипировку. Вы можете просто поехать куда-то на какой-то горнолыжный курорт и попробовать, и понять. И потом и планировать, надо вам это или... То есть, нужно, понимаете, нужно все время что-то пробовать. Нужно пробовать все время новое, как можно больше. Только так вы сможете составить себе представление именно о том, что вам действительно хочется. Потому что представление внешнее, то есть когда вы думаете, что вот это вот было бы интересно, когда вы смотрите телевизор, это одно. Или читаете про это. Или какой-нибудь видеоролик увидели, о, там по горам на велосипеде катается человек. А вы попробовали и поняли, что это вот ну нифига не ваше. Вот прямо совсем-совсем-совсем. Или смотрите, как человек по рампе катается на скейте. Вы понимаете, что это круто вообще, это красиво со стороны, вам все это нравится. Но попробовали, ну нифига не ваше, ну неинтересно, вот и все. Ноги-пироги. И абсолютно много другое так. А если вы занимаетесь какой-то деятельностью, скажем так, на протяжении долгого времени, значит, активно, боевыми искусствами, фитнесом, бегом, спортивной ходьбой, чем-то еще, то, собственно говоря, это все вы можете продолжать и на отдыхе. Вот здесь самая большая проблема для людей – это некие комплексы. Ладно, еще когда команда едет, да, команда едет, там есть командный, ну, эгрегор, все друг друга, ну, как-то поддерживают, всем интересно, никто не стесняется, в этом есть даже некий вызов, и все занимаются, тренируются. Вот дурачки по дорогам же ездят всякие, вот. Так, прошу прощения, отвлекся. А когда человек приезжает один, он думает, ну что я тут один буду, тут вот это самое, бой с тенью, прыгать туда, вообще все смотреть на меня будут, мало люди тут отдыхают, а я как этот клоун тут буду скакать и прыгать. Друзья мои, это вот самая большая проблема, это на самом деле глупость, да, большая, вот так считать. В какое вам дело до людей, которых вы не знаете вообще? А если бы даже знали, если вы знаете, что вы делаете правильное дело. Поэтому, еще раз говорю, на отдыхе всегда надо заниматься с тренировкой. Кто поддерживает идею эту? Дайте полайкайте, сердечки поставьте, там, ответьте на вопрос, кто как на отдыхе проводит свое время и занимается ли в обычном режиме. Или кто-то даже больше занимается, чем в обычном режиме. О, да-да. Это правильно. Надо как можно больше. Это то самое время, когда это делать удобно. Более удобного времени, чем отпуск, вообще представить нельзя. А учитывая тот факт, что самый лучший отдых – это перемена родов деятельности периодическая, на отдыхе это запланировать вообще всего проще. Нет, конечно, классно, когда вы, предположим, свою работу любите. Или ваше хобби является вашей работой. Тогда вообще все просто. Уезжая куда-то в отпуск, вы, в принципе, будете и там тоже продолжать с вами работать. У вас, в принципе, ничего не поменяется, кроме локации. Это вообще идеальный вариант. Вы при этом из-за смены локации и отдохнете, если сильнее, потому что это влияет. Вот. И позанимаетесь. Но если вы вообще уехали от работы, которую вы не хотите делать, или не имеете возможность делать, да, на отдыхе, то тут абстрагироваться надо абсолютно полностью и попытаться все это время, которое у вас от работы осталось, которое было бы занято работой,
полностью пустить на самосовершенствование в самых разных аспектах. В самых разных. Как в тренировках, в физическом развитии, в моральном, духовном, эстетическом и так далее, в умственном. Ну вот, в принципе, что хотел я по этому поводу сказал. Вот. Ваше мнение с удовольствием я посмотрю, когда это видео выйдет на канале на YouTube. Вот. Выйдет она на моем лайв-ченнел, как обычно такое выходит. А также смотрите репосты этого видео, оно будет обязательно во всех социальных сетях. Эх, поздно вы подключаетесь, ребят, я уже, в принципе, заканчиваю. Если только поддержите тему, я сам заброшу, что... Я рассказывал о том, что на отдыхе сам Бог велел еще сильнее тренироваться, еще больше, чем когда у вас идет обычный, когда вы занимаетесь в обычном своем режиме дома. Потому что, не потому что работы меньше, нет, вы можете и на отдых с собой работу взять, если она является вашим хобби, а еще и потому, что смена дислокации позволяет более интенсивно работать. А еще вы всегда можете попробовать то, чего было жалко попробовать, ну, время потратить жалко в тот момент, когда вы находились дома. Ну ладно, я еще раз говорю, это видео выйдет на канале на YouTube, выйдет во всех социальных сетях в разделе «Кухонный философ». Там мы сможем обсудить это уже в режиме переписки, поэтому оставляйте комментарии. До скорой встречи. Всем пока.